Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале JSON Doc. В этом видеоролике мы будем разблокировать Redmi 10C от Mi аккаунта и Google аккаунта с помощью платной программы Unlock Tool. Подключите заблокированный смартфон к компьютеру с помощью USB кабеля. Зажмите все три кнопки. Когда смартфон выключится, отпустите кнопку уменьшения громкости и включения. Кнопку прибавления громкости продолжайте удерживать. Кнопкой уменьшения громкости переместите курсор на пункт Connect with Mi Assistant. Кнопкой включения подтвердите свой выбор. В программе Unlock Tool выберите Xiaomi, Security, Recovery, выберите Sideload, Reset Disable Mi Cloud. Процесс разблокировки занимает около 2 минут. После разблокировки обязательно отключите автоматическое обновление системы. Можно сбрасывать настройки, но нельзя обновлять прошивку. Данный способ работает на смартфонах Xiaomi, с процессорами Qualcomm и версии Android 11 и 12. После разблокировки смартфон автоматически перезагрузится. Скорее всего, в телефоне еще будет блокировка по Google аккаунту. Ее также можно обойти в режиме Sideload. Если на экране телефона выходит сообщение «Вход не выполнен», чтобы работать с этим телефоном, вам нужно было войти на нем в аккаунт Google, то вам необходимо выключить смартфон и снова ввести его в режим recovery. На выключенном смартфоне зажмите кнопку прибавления громкости и кнопку включения. Когда телефон включится, отпустите кнопку включения, продолжайте удерживать звук плюс. Любой клавишей громкости переместите курсор на пункт Connect with Mi Assistant. Кнопка включения подтвердить свой выбор. А в программе Unlock Tool нажмите на кнопку Sideload Erase FRP. Процесс займет около минуты. Смартфон также автоматически перезагрузится. Пройдите первоначальную настройку, но не подключайтесь к Wi-Fi. На последнем этапе не забудьте отключить автоматическое обновление системы. После того, как телефон загрузится, зайдите в настройки о телефоне, версия MIUI. Если телефон предложит вам включить автоматическое обновление, нажмите кнопку «Нет». Три точки. Настройки. Надо отключить функцию «Загружать через Wi-Fi». Мои контактные данные есть в разделе «О канале». Это все, что я хотел рассказать вам в данном видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. В комментариях напишите темы, на которые вы хотели бы увидеть ролики на моем канале. До встречи в новых видео. Всем удачных ремонтов.